общем, мы находимся в саду Монг Ночи. Это была такая женщина, которая решила себе вместе с мужем устроить вместо деревни, решили себе построить сад. Вот. Муж коллекционирует машины, поэтому сейчас посмотрим, будем смотреть музей машин. Вот. Мы только что с Мишей ходили смотреть на слонов. Мы видели, как они играют в гольф, баскетбол, как они какают, пищу, мы все видели. Пойдем. Пойдем вот эту штуку. О, он еще и сикает. Это слоны. Это слоны. Любишь кататься, люби и говно за слонами убирать. Вот у слонов есть одна проблема. Вот можете это наблюдать. Собственно, так же, как и у лошадей. В общем-то, все то же самое. Настя, что ты думаешь по поводу происходящего вон там? Это фулшит. Светлана Павловна просто бы здесь, наверное, поселилась и жила бы здесь. Светлана Павловна – это мама Артема. Вот. И она очень любит садоводчество. И, ну, не знаю. Это, конечно же, чем-то похоже как раз на ее балкон. Только здесь чуть-чуть побольше цветов, чем там. Потрясное место. Сейчас мы, наверное, будем здесь все нюхать. Очень вкусно здесь пахнет. Влажно, приятно. Боже! Какие красивые огромные листья! Так лучше? Не вкусно! Все собрались, ага. Уже попадет добыча. Давай.